Добрый день, мои уважаемые подписчики, а также все те, кто впервые зашел на мой канал. Меня зовут Ирина, и это мой ювелирный магазин Нефертити. Сегодня с вами посмотрим украшения с полудрагоценными камушками от компании Алькор. Серебро 925 пробы. Серебро все идет родированное. У нас сегодня аметисты, топазы, зеленый агат, цитрин и немножко мультиколечек. Так, гранат вот попадается. Все идет в дополнение с фианитами. Очень красивое украшение, шикарное. Шикарное качество, все прям сделано идеально. Для заказа, как всегда, Viber, WhatsApp. Можете заглянуть на нашу виртуальную витринку. Ссылочки все есть внизу под видео. Обязательно подпишитесь на нас в группе ВКонтакте, найдите. Группа в Одноклассниках. Ссылочки тоже все внизу под видео. Инстаграм, Телеграм, Дзен, ТикТок. Все-все мессенджеры практически охвачены. Напоминаю, что отсылаем мы в любую страну. Проблем с этим нет, так что можете заказывать спокойно. Начнем мы с аметиста. Как уже сказала, все будет родировано, поэтому повторяться не буду. Радированная, как знаете, не темнеет, не желтеет, сохраняет свой первозданный вид, поэтому очень хорошо в носке. Вот такой у нас шикарный комплектик. Нежненький, не крупный. Можно вполне как подарки на 8 марта уже готовить. В принципе, уже не за горами. Готовимся, девчоночки мои, к весне. Так. Все идет отдельно, то есть если вам комплект не нужен, можете взять просто колечко или серьги. Серьги артикул 02-0771, цена у них 2600. Аметисты кругленькие, по 5 мм сам аметист. Диаметром вес серег 6 граммов. Смотрим. Удачные замочки идут с занижением. Серьги сами подвижные. Аметисты, и вот они тут не закрыты идут, серьги немножко выгнутые, пробы, как всегда, обе пробы сзади на каждой сережечке. Бирочки, кто Алькора не видел, вот такие тут бирочки со всеми данными. 100 лучших товаров России удостоены награды, и бирки со всеми данными, повторюсь, масса, размер, все вставочки прописаны, вплоть до адреса и технических условий, и ГОСТов, ОСТов, так далее. Все очень качественно сделано, серебро, конечно, шикарно. Так, колечко в этом комплекте идет по размеру 19,5, артикул 01-0771, цена 1640. Также аметист круглый, 5 миллиметров сам аметист. Вот такая красота. Далее, похоже на этот комплектик, идет с зеленым агатом. Здесь серьги не подвесные, просто вот такие вот пуговки на английском замочке. Серьги артикул 02-0767. Цена у них 1960. Сам агат по диаметру 5 мм. Вес серег 4,37. Все достаточно легкое. Делают они украшения не тяжелые. Любая мочка выдержит. Можно даже смотреть на маленьких девчонок, на девчоночек. Это все, в принципе, носибельно. Серьги по 2 грамма подойдут каждой. Хорошие агаты, качественные, прям цвета изумруд, немножко мутноватые в меру. Качество очень-очень, опять повторяюсь, качество шикарное. Так, колечко в комплекте, размерчик 18,5, артикул 01-0767, цена 1440. Цены тоже приемлемые у Алькора. И смотрите, вот. Видите, ни зазубринок, ничего, ни шероховатости. Пробы по кольцам ищите внутри. И все прям гладенько, идеально. Без зазубринок, без зацепочек. Так, далее аметист.
такое немножко асимметричное колечко-печаточка. Не буду до конца его надевать, потому что мне маловато. Боюсь, застряну. Хорошие капельки аметиста. Они, видите, подняты высоко, чтобы над фианитами возвышались. Это создает дополнительный вот такой объем, и свет получше проходит. Серьги артикул 02-0905, цена 2390, сам аметист 7 на 5 миллиметров, вес серег 5,2 грамма, замочки занижены, очень-очень прилично, смотрите, хорошее занижение, дырочку будут закрывать. Вот видите, что я говорю, свет даже сбоку проходит, прям большая высокая площадка приподнимается, а потом еще только на ней сделан камушек. И сзади тоже все открыто. Хорошенькие серьги, не очень крупные и не очень мелкие. Прям на каждый день будут хорошо на ушках сидеть. Так, да, и, конечно, интересное здесь колечко. Артикул 01-0905, цена 1730, 17,5. Но аметист также 7 на 5 миллиметров. И тоже, видите, все высоко посажены все камушки. Алькор сегодня не весь, он весь, поищите, все на витриночке есть. Все, конечно, в одном видео не покажу. Так, зеленый агат. Очень красивый комплект. Смотрите, прям зеленый, уже к весне можно готовиться. И достаточно такой нарядный, парадно-выходной. Артикул серьги 02-0991, цена 1920. Агат сам 5 миллиметров. Ну, дополнительно тут все фианиты. Немножечко в таком восточном стиле. Эти части у нас идут подвижные. Замочки с небольшим занижением. Вот такое оригинальное кружево получается. И тут, видите, как будто сердечки вырисовываются. И опять же, даже несмотря на то, что серьги длинные, все легкое, 4 грамма всего. Колечко артикул 01-0991, цена 1060 рублей. Агатик 5 миллиметров и тоже приподнят. Все блестит, все переливается, все сверкает. Далее крупный аметист в фианитах. Тоже здесь такая оригинальная модель. Необычная, как будто не закончены немножко серьги. Камушки, опять же, смотрите, высоко стоят. Яркие, хорошие аметисты. Серьги артикул 02-0545, цена 2400. Сам аметист 8 на 6 миллиметров. Вес серег 4,3. Хорошо занижены. Тоже камушки не закрыты. Такая неизбитая модель, интересненькая. И немножко как бы не закончены. Хорошие замочки большие. Много фианитов. Будет очень ярко на ушке. Так, колечко у нас. Артикул 01-0545. Цена 1620. Размерчик 17. Камушек высоко, не закрыт. Все ровненько, фианиты, все идеально гладенько. Так, зеленый агат. Тоже более вечерний вариант, длинные серьги. Такое здесь переплетение треугольничков, ромбичков. И агат у нас с капельками. Серьги артикул 02-10-03, цена 2140. Агат 7 на 5 миллиметров сам. Вес серег 5 граммов. Прям идеально на
Ушко по 2,5 грамма, замки немного занижены. На маленькую или среднюю мочку здесь все подвижно. Яркие, качественные агаты. Можете всем сказать, что это изумруд. Цвет действительно неотличим. Так, колечко. Артикул 01-10-03, цена 1190. 19 с половинкой. 19 с половинкой. Шинки тонкие. Смотрите, можно и на двадцаточку его совершенно свободно надеть. Так, топазики. Топазики у нас тоже длинненькие. Люблю длинные серьги, сразу привлекают внимание. Щечки вытягивают, шейку удлиняют. А здесь они еще и легкие. Посмотрите, какая красота. Небесно-голубой Sky Topaz в фианитах. Артикул серег 02-09-92. Цена 2460. Триллион топаза 6 на 6 у него грани. Плюсом фианиты. Вес 5 граммов. Опять же на 2 серьги. Замочки с небольшим занижением. Все подвижно. Хорошие фианитовые дорожки. Полировочки здесь. Все вместе идеально сочетается. И опять же смотрите, топазики чуть приподняты. То есть свет со всех сторон проникает. Это очень важно, чтобы камушки хорошо играли. И сзади, конечно же, не закрыты. Колечко ко всей этой красоте. Артикул 01-09-92. Размерчик 18,5. Цена 1200. Вот что я говорю, цены очень адекватный, учитывая, что камни натуральные. Аметист. Вот здесь прям присмотритесь к комплекту. Очень яркий аметист, насыщенный. И прям совпадает. То есть, чтобы вам потом не искать колечко к серьгам, лучше сразу комплектом. Цвет действительно очень яркий. Смотрите, видите, оттеночки разные. Вот здесь прям видно, что светлей. А вот здесь хороший комплектик для тех, кто любит посочнее аметисты. Артикул серег 02-10-03. Цена серег 2260. Аметист 7 на 5. Вес сережек 5 граммов. Замочки с занижением. Вот такая красота. Тоже все подвижно. Ну, это такие же, вот как сейчас с агатом показывала. Кто не любит агат, вот вам очень яркий, хороший аметист. Колечко. Сейчас фокусируемся мы. Не хочет. Вот. Артикул 01-10-03, цена 1240. Здесь 16 с половинкой. На изящные пальчики. И еще один аметист у меня, еще он сочнее, очень вообще темный практически. Здесь без фианитов и комплект не крупный, но это да, на каждый день, ну либо маленькие ушки, небольшие мочки. Серьги артикул 02-12-12, цена 1590, вес 3,7. Аметист сам кругленький, диаметр 5 миллиметров с занижением. Ну, естественно, здесь на маленькую либо среднюю мочку, либо на девочек, на девушек. Здесь хорошая полировка, все немножко изогнуто, создается такой эффект граней. Классика, но немножко, видите, с каким-то более современным уклоном. Цвет шикарный. Так, и колечко. Артикул 01-12-12, цена 940 рублей. 18 размер. Далее топазики. С
Пускай топазики не будем надевать до конца. Пускай топазики круглые, светлые в фианитах. И длинненькие серьги. Артикул 02-0991, цена серёг 2000, вес серёг 4 грамма. Совсем легкие, по 2 грамма на мочку. Замочки опять же занижены. Тут все подвижно. Вот смотрите, какая небесно-голубая красота. И сердечки. Кстати, скоро день влюбленных. Кто отмечает, можно у мужа или у друга выпросить себе такие сердечки в подарок. Колечко артикул 01-0991. Цена 1080. Размерчик 17. Топазик тоже 5 миллиметров. Видите, высоко сидит. Хорошо блестит. Гранаты. Тоже не крупные, классика на каждый день. Так, гранаты у нас тут, да. Гранаты прям темные, поэтому засомневалась. Темно-темно-густой красный. Серьги артикул 02-1216. Цена 1570 рублей, вес 3,16 грамма. Сами гранаты по 6 миллиметров. На маленькую мочку ушка. Либо на девочек. Барышням, кстати, очень полезно носить гранаты для крови. Замочки занижены. И очень хорошая яркая полировка. Колечко в этом комплекте. Артикул 01-1216. Цена 1040 рублей. Размерчик 18. Так, осталась мне одна кольешечка красоты необыкновенной от Алькора. Здесь у нас цитринчики в основном. А капелька у нас сделана раух-топазик. Нежнее нежного. Смотрите, какая красота. Яркие цитрины и густой раух-топаз. Артикул 06-0968. Цена 2690. Топазик 6 на 4 мм. Цитрины длиной 5, ширина 2,5, огранка маркиз. Так, длина всего этого великолепия у нас идет 40 сантиметров. Замочек шпрингельный. Нежнее нежного штучка будет. И дальше по теме пошли цитринчики. Раз уж у нас колье есть. Вот такие. Здесь густые такие, насыщенные, желто-коричневые. Серьги артикул 02-1053, цена 1800. Цитринчики сами по 4 мм в диаметре. Вес серёг 3,85. Замки занижены на маленькую либо среднюю мочку. Сами сережечки достаточно плотные, высокие. И опять, смотрите, хорошо высоко посажены цитрины. Колечко в этом комплекте. Артикул 01-10-53, цена 1290. Размерчик 18. Широкое все, плотненькое. Высокий цитрин, насыщенный, желто-коричневый. Так. Дальше у меня все в разнобой. Цитриновые сережечки, они без колечка. Здесь цитринчик посветлее, смотрите. Артикул 02-1047, цена 1400, вес 3,11 грамма. Много фианитов. Замочки с занижением на маленькую либо среднюю мочку. Вот такая красота. Очень ярко, смотрите, желтенький прям солнышки.
Так, и с гранатиком. Тоже классика. Небольшие сережечки. Густой насыщенный гранат. Почти коричневый. Артикул 02-00-23, цена 1400. Вес 2,6. Сейчас поближе. 2,6 грамма. Вот такие гранатики. Мешаются эти нитки. Замочки с занижением на маленькую компактную мочку ушка, либо опять же на девчонок. Так, гранатики по диаметру 6 миллиметров. Хорошая полировка, смотрите, как все блестит. Так, ну и колечки у меня тут есть в разнобой. Остались они все без сережечек, но можно подбирать какому угодно камушку. Здесь, смотрите, и топазы, и цитрин, аметист плюс хризолиты. Артикул 01-03-91, цена 1690. Размерчик 17. Такое оно немножко асимметричное. Очень-очень яркое. И к любым серьгам, каким хотите. Так, еще одно мульти. Эх, вот это я зря, наверное, сделала. Сейчас оно меня поймает. Так, артикул 01-03-96. Цена 2050 рублей. Размерчик 18. Чуть-чуть за ширины маломерит. Лучше берите на 17,5, чтобы, как я, не спасаться из плена колечка. Аметист, хризолит, топаз. Опять же, тоже ко всему. Здесь не разъемный, не обманывайтесь, это оно так вот сделано. Так, погуще, так скажем, миксы. Гранатики и цитрины. Плюсом здесь рауфтопаз, все вместе. Артикул 01-08-38. Цена 1600, размерчик 16,5. Очень ярко тут. И цитрины разного цвета, раухтопазики и гранаты. Пестренько, ярко, опять же, к любым серьгам можно. Далее, вот такой топаз остался. Артикул 01-10-03, цена 1230. Размерчик 19. Капелюська. Голубой Sky топаз. Очень-очень яркий. Вот такая льдиночка. Далее, аметист. Тоже, смотрите, какой насыщенный, густой. Артикул 01-09-91. Цена 1060 рублей. Размерчик 17,5. Аметист 5 мм в диаметре. И зеленый агат у меня. Такое вот оригинальное колечко. Тоже немножко асимметричное. Можно, смотрите, вот так расположить. Можно агатиком в центр. Можно повернуть. Можно все это дело вообще перевернуть. В общем, тут поиграть, как вам удобно. Артикул 01-08-63. Цена 1520 рублей. Агат 7 на 5 миллиметров, размерчик 18. Прям изумруд. Все. Хотите еще больше алькора? Добро пожаловать на виртуальную витринку. Там еще куча всяких комплектов. Вот часть сегодня показала, что есть. Отсылаем в любую страну. Для заказа Viber, WhatsApp, виртуальная витрина, Одноклассники, Контакт, Инстаграм, Телеграм, ТикТок, Дзен. Пишите, куда вам будет удобно, либо просто в сообщение в телефоне. Надеюсь, вам все понравилось. Спасибо, что смотрели. Приятного вам дня. Всем пока-пока.